Всем привет! Вещают Могилевские хроники. Сегодня мы расширяем географию наших путешествий и вновь отправимся в город Витебск. У двух ныне областных городов, Витебска и Могилева, есть действительно много чего общего в историческом контексте. Для того, чтобы понять, что связывают эти два города, мы обратимся вновь к архивам. Прежде чем мы перейдем, минутка саморекламы. Я завел себе Boosty, которым выкладываю сборки своих материалов по моим видеосюжетам. На данный момент доступно 5 различных пакетов, которые содержат исторические фотокарточки, схемы, карты, различные планы городов, мои личные кадры. Все это можно будет использовать для своих личных целей, к примеру, написания исследовательских, курсовых или дипломных работ. В течение недели можно будет оформить подписку с 20% скидкой. Для тех же, кто желает оформить подписку из-за рубежа, все материалы доступны и на моем Patreon. Со временем я буду выкладывать все остальные свои исследования на эти площадки. И помните, спонсорство – это хороший способ поддержать деятельность автора. Мы отправляемся во вторую половину 18 столетия. Наши земли тогда находились в составе федеративного государства, официальное название которого – Корона Польская и Великое Княжество Литовское, в академической литературе именуемое Речью Посполитой. Вот оригинальный документ так называемого «Мира Гжемултовского» польской историографии. В отечественной же историографии этот документ закреплял положение Андрусовского перемирия между Русским царством и Речью Посполитой. Довольно сильное европейское государство, армия которого была в свое время одной из сильнейших в регионе на момент его пика. К 1621 году территория простиралась на 990 тысяч квадратных километров, раскинувшись от Балтийского моря практически до берегов Черного моря. Но какой бы ни была сильной армия и экономическая составляющая, роковой опухолью любой огромной империи или же государства являются внутриполитические разногласия. Так и произошло с Речью Посполитой. Шляхетские вольности, выражаемые влиянием на государственную экономику благодаря известному праву liberum veto или же выражение несогласия, привели к отложению важных государственных вопросов. Там уже росли и российские симпатии среди шляхты. Соседские государства, видя все это, подписали секретную конвенцию о первом разделе Речи Посполитой между Пруссией, Россией и Габсбургской монархией. Впоследствии этот союз получил название «Трех черных орлов» из-за их наличия на гербах этих государств. России достались территории восточной и северной части Белоруссии. Впоследствии произошло еще два раздела Речи Посполитой, которые определили исход этого государства. Новым приобретенным землям требовалось административно-территориальное деление, в связи с чем указом Екатерины II 28 мая 1772 года образована Могилевская губерния. Первоначально в нее входили созданные провинции, одна из которых стала Витебская, с центром в городе Витебск. Однако уже вскоре произошли изменения, и в августе этого же года город Витебск был передан Псковской губернии. В ноябре 1775 года вышло новое учреждение для управления губернией, согласно которому провинции были ликвидированы. Однако фактически они еще существовали до 1778 года. Согласно новому указу, губернии стали делиться только на уезды. Деление осуществлялось без учета географических, национальных и экономических признаков. В его основу был положен исключительно количественный критерий – численность населения. По новому указу территории каждой губернии проживало от 300 до 400 тысяч душ, на территории уезда около 30 тысяч. Во главе губернии стоял губернатор, назначаемый и смещаемый монархом. В своей деятельности он опирался на губернское правление, в которое входил губернский прокурор и два сотника. Финансами и хозяйственными делами занималась казенная палата, школами и благоугодными заведениями приказ общественного презрения, в котором заседали выбранные представители сословий под председательством чиновник. Надзор за законностью в губернии осуществлял губернский прокурор и два губернских стряпчих. Органом же исполнительной власти в уездах был Нижнеземский суд во главе с капитан-исправником, избираемым местным дворянством. В уездных городах власть принадлежала назначаемому городничему. Руководство несколькими губерниями поручалось генерал-губернатору, состоявшему под непосредственным контролем императрицы и сенат. Генерал-губернатор контролировал деятельность губернаторов подведомственных ему губерний и областей, а также осуществлял общий надзор за чиновниками, следил за политическими настроениями сословий. 10 января 1778 года губерния преобразована в Могилевское наместничество, введенное правительством Екатерины II в целях
целях усиления централизации государственного управления. Возглавлялось оно наместником, который назначался из числа высших сановников и наделялся чрезвычайными полномочиями. В его ведении находились войска, расположенные на территории наместничества. 12 декабря 1796 года наместничество полностью упразднено указом Павла I. Территории бывшего Могилевского наместничества были присоединены Полоцкому наместничеству и образована новая Белорусская губерния. Состояла она из 16 уездов, а центром губернии стал город Витебск. А первоначально Витебск входил в состав Могилевской губернии. Это первый аспект, который объединяет два города, нахождение в одной территориальной единице. Однако новый император Александр I уже в 1801 году, ввиду сложности государственного управления, упразднил Белорусскую губернию, поделив ее на две. Так возникла Витебская губерния и вновь возвращена Могилевская. Это не единственное, что объединяло два города. В марте 1852 года российским императорским правительством принято решение об установлении центральных архивов в Вильно, Киеве и Витебске. Витебский архив предназначался для хранения в нем актовых книг Витебской и Могилевской губернии 16 века по 1799 год. Всего было собрано 1706 книг и 206 дел. Архив находился в ведении Министерства внутренних дел под непосредственным обзором губернатора. 1869 года Министерством внутренних дел инициировано финансирование Центрального Витебского архива. В 1871 году выходит первый выпуск историко-юридических материалов на основе актовых книг архива. Всего опубликовано 32 выпуска этого сборника. К слову, это богатейший источник по истории Витебска и Могилева с конца 16 по конец 18 столетия. Благодаря оцифровке книг мне удалось собрать в свою коллекцию все 32 выпуска этого издания. А что Могилевского есть в Витебске? Заглянем в работу известного белорусского краеведа и этнографа Николая Яковлевича Никифоровского под названием «Странички из недавней старины Витебска». При описании замковой горы он указывает, что часть насыпи пошла на строительство дамбы на Новомогилевской улице. Для того, чтобы разобраться, обратимся к планам города. Улица начала формироваться в 17 веке на территории более древней Заручавской слободы. Заручавье – это часть города, которая формировалась за стенами укреплений Нижнего замка. Эта же территория четко просматривается на чертеже Витебска 1664 года и на плане города 1787 и 1797 годов. Так как с юга в Нижний замок были только одни проезжие, называемые Заручавские ворота, за которыми сразу находился мост через замковый ручей, это была единственная дорога с юга в город Витебск. Несмотря на важность этого местоположения, улицы как таковой там не было. Впервые Могилевская улица и Могилевская площадь появляются на перспективном плане Витебска 1778 года. Перспективный план Витебска был скорректирован, и Могилевская улица и Могилевская площадь были построены ближе к берегу Двины. Но в целом застройка Заручавья была вполне упорядочена. Могилевская улица шла от моста мимо Воскресенской церкви и заканчивалась на площади Могилевского рынка, самой высокой точки тогдашнего Витебска. Воскресенская церковь стояла на пересечении с улицей Воскресенской, ныне улица Марка Шагала. Ближе к замковому ручью со стороны Западной Двины находилась главная хоральная синагога. Около 1850 года через овраг замкового ручья была насыпана дамба и проложена улица от Соборной площади к бывшему Тринитарскому монастырю и далее с поворотом Могилевской площади. Новая улица, Новомогилевская, была более прямая и удобная. Получить современную привязку по старым планам города вполне реально благодаря архитектуре. Более точно это позволяет сделать вот этот ручей. Но почему его нет на современных картах? Замковый ручей являлся единственной границей Нижнего замка. Недалеко от впадения ручья в Двину, через него был устроен мост напротив Заручавской брамы. Мост связывал замковую улицу и Заручавскую слободу, позднее улицу Могилевскую. Замковый ручей стал достаточно полноводным. Кроме этого, выше моста на ручье была устроена дамба. Эта запруда создавала дополнительную водную преграду перед стенами Нижнего замка. На картах конца 18 века, несмотря на разрушенные замковые стены, замковый ручей оставался полноводным и обозначен как старое течение реки Витьбы. Северная часть оврага на протяжении веков заполняется привозными грунтами, тем самым увеличивая площадь
очередь, городской застройки. Последующие 150 лет, до 70-х годов прошлого столетия, насыпь по Гоголевской улице расширялась и поднималась. При перепланировке центральной части города ручей был ликвидирован. В 1923 году Могилевская улица была переименована в честь Михаила Ивановича Калинина. После войны в 50-х годах Воскресенскую церковь и синагогу снесли, а Могилевскую площадь застроили. Улица Калинина после места, где была площадь, повернули и перенаправили на соединение с новой улицей Жесткова. В 1973 году была построена гостиница «Витебск». В 80-х годах по улице уже проходил маршрут троллейбуса. После войны плотную застройку улицы со стороны Двины не стали восстанавливать. И сейчас с этой стороны улицы осталось здание бывшей еврейской школы. Заросшую часть берега стали называть сквером Калинина. В 2010 году большую часть деревьев срубили, проложили дорожки и устроили парк победителей. Кроме улицы Могилевской была и площадь, или ее еще именуют рынком, который, соответственно, тоже там находился. С начала 19 столетия площадь имела форму правильного квадрата. От нее расходились лучками 6 улиц. Могилевская улица после площади продолжалась улица Шоссейной, которая заканчивалась у Смоленского шоссе. В 1894 году на площади рынка, как самой высокой точке города Витебска, была построена водонапорная башня. В 1927 году рядом была поставлена еще одна, название которой было водонапорный Могилевский бак. В 1898 году через площадь был проложен трамвайный маршрут. В 1901 году был издан алфавитный каталог книг народной бесплатной библиотеки-читальни при чайной на Могилевском базаре в городе Витебске, которая содержала 81 страницу. Осенью 1939 года в общежитии Витебского художественного училища, которое располагалось в доме на этой площади, жил первокурсник Василь Быков. Вплоть до середины 1950-х годов Могилевскую площадь предполагалось не просто сохранить, а сделать одной из главных площадей города. По генеральному плану Витебска, довоенному и послевоенному, площади Победы не планировалось. Но зато площадь Могилевская при спрямлении улицы Гоголевской к проспекту Винчевского расширялась несколько раз и должна была занять целый квартал. Начиналась площадь от дома номер 20 по улице Калинина. Сейчас половина бывшей площади – площадка с военной техникой Парка Победителей. Вторая половина застроена, в том числе на ее территории стоит здание государства архива Витебской области. Вместе с тем, Могилев и Витебск имеют и геральдические схожести. Так, если взять герб города Могилева и герб Витебской области, то мы увидим один схожий элемент. Это всадник на коне. Старый герб Великого княжества Литовского остался в геральдике Белоруссии до наших дней. Еще одна параллель, которую можно провести, это трехслойная система укреплений. В Витебске она была заложена еще при Альгерде. На момент завершения строительства в 1351 году замковый комплекс в Витебске был одним из самых укрепленных в Великом княжестве Литовском. Можно сказать, практически неприступным. Три замка фактически полностью ограждали город, не считая предместьев, и позволяли в случае опасности укрыться за стенами всем жителям города. Верхний замок был построен самым первым из оборонительных сооружений города. Он был защищен большим земляным валом, ширина которого у основания достигала 36 метров, а высота 8 метров. В замке располагалась резиденция великого князя, которая, вероятнее всего, представляла из себя башню-донжон. В чертеже 1664 года в нем просматриваются 7 башен. Нижний замок строился одновременно с верхней и был полностью завершен к 1351 году. Он представлял из себя каменные стены с башнями, которые окружали большинство городских построек Витебска. Нижний замок также состоял из 7 башен. Третий замок, Узгорский, состоял из 9 башен. О военной эффективности сооружений может свидетельствовать эпизод из 13-летней войны 1654-1667 годов, когда небольшой отряд численностью около 1000 человек удерживал Витебск 14 недель, в то время как количество осаждающих город было порядка 6000 человек. В Могилеве хоть и был всего лишь один замок, зато было целых 3 линии оборонительных укреплений в виде рвов и валов. Об этом будет еще материал на моем канале. В Могилеве в том числе есть название, связанное с Витебском. И если Витебский проспект, довольно очевидная дорожная магистраль, которая появилась в городе в
1978 году, и ранее она называлась Оршанским шоссе, то с Витебским тупиком не все так однозначно. Специально для пребывания царского поезда Николая II в Сосновом лесу на территории расположения железнодорожной бригады были сделаны новые насыпи, по которым провели отдельную ветку с тремя тупиками для поездов. Находясь в этом лесу в тупике, императорский поезд не только имел все преимущества красивого, здорового и покойного места пребывания, но и был также совершенно укрыт от нескромного взора немецких летчиков. По приказанию великого князя Николая Николаевича, рабочие срочно приступили к частичной вырубке леса, постройке железнодорожного тупика и соединительной ветки, связывающей этот тупик с главными путями станции Могилев, а также устройству электрического освещения путей, водопровода, канализации, провода телефона и телеграфа. Один из этих тупиков располагался на месте, где сейчас находится Витебский тупик. Однако почему именно Витебский, остается действительно загадкой, ведь даже его географическое положение говорит о другом. Пишите в комментариях свои версии, а также чем еще схожи два сегодняшних города Витебск и Могилев. До новых встреч!